В станице Новодмитриевской прошел прием граждан по личным вопросам. Глава района Адам Джарим выслушал жителей поселения и ответил на волнующие их вопросы. Среди озвученных на встрече проблем – благоустройство, отсыпка дорог в поселении, санитарное состояние и водоснабжение. У нас сломалась скважина, школьная скважина. Мы сейчас без воды. Нам возят по улице воду. Но это не дело. У каждого в доме есть стиральная машинка, душ или там ванная. Мы не можем помыться. Вода идет, воду, слава богу, возят. Но мы все пенсионеры почти живем. Набираем фляги, мы не можем донести, все друг другу заносим. Но с флягой мы не можем ни помыться, ни постирать. Поэтому нужно как-то решить вопрос со школьной скважиной. Сейчас будем решать выделение средств района, чтобы новую скважину сделать. Спасибо большое. На встрече присутствовали районные специалисты. Они дали разъяснения по возникшим вопросам. Все обращения граждан были поставлены на контроль для их последующего решения.